собрал мусор, позаботился об экологии. Сегодня импульс чистоты находится на улице геологоразведчиков. Санитарное состояние здесь, как вы сами видите, оставляет желать лучшего. Горы мусора, пластик, банки, бутылки и многое другое. Все это не только портит внешний вид, но и вредит природе. К примеру, пластиковая бутылка разлагается 450 лет. Давайте наведем здесь порядок. За 10 минут я насобирала целый пакет мусора. На уборку я потратила совсем немного времени. А еще совместила полезное с приятным, привела в порядок территорию и сделала зарядку. Друзья, давайте будем соблюдать чистоту и помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.